В минувшее воскресенье, несмотря на похолодание, в Центре эстетического воспитания было по-настоящему жарко. Этот творческий дом едва вместил всех желающих принять участие в первом региональном фестивале «Звездопад свершений 50+». 120 участников съехались в наш город из разных уголков Подмосковья. У каждого коллектива свои причины участия в конкурсе. Но абсолютно всех объединяет любовь к творчеству и активному образу жизни. У нас душа молодая. И возрастная категория нам подходящая. Немножко у нас другой формат. Мы готовим танцы для того, чтобы уметь танцевать в жизни их. Вот. И этот танец, в общем-то, мы подготовили специально для выступления. Называется «Прогулка». Вот. И он такой немножко в стиле степ. Посмотрим, что получится. Фестиваль проводится в трех номинациях – вокал, хореография и театральная сюита. Ориентирован он на повышение качества жизни людей старшего поколения. Участие в таких конкурсах дает им возможность вести активную социальную деятельность, результатом которой станет долголетие, уверены организаторы. Мы понимаем, что нужно сейчас заходить в активное долголетие. Что если сейчас с 50-47 лет, да, ставят такой возраст, начать активную деятельность, ее пропагандировать, то 80 лет, возможно, долголетие. Временный уход и вообще не понадобится, люди сами могут себя обслуживать и жить в этом мире. Каждый номер раскрывал безграничные возможности конкурсантов, среди которых было много и наших земляков. К примеру, Галина Степанькова и Михаил Дикань очень проникновенно выступили с отрывком о Зое Космодемьянской, став лауреатами второй степени и обеспечив себе выход в финал. Травите, жгите, я умру, но правда победит. Родина, слова звучат как не последний раз. Всех не перевешивайте! Много нас! Миллионы нас! По результатам отборочного этапа победителями в номинации «Хореография» стали участники из города Люберцы. А триумфаторами в номинации «Вокал» и «Театральная сюита» – наши одинцовские коллективы. Таким образом, в финал прошли 11 коллективов, куда вместе с победителями попали и лауреаты второй и третьей степени в каждой из трех номинаций. Одной из важной части фестиваля станет выставка достижений, на которой старшее поколение представит свои необычные творческие работы. А увидеть их можно будет на финальном этапе конкурса, который состоится 23 ноября в городе Одинцово. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».